Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня я вам хочу представить мой платный, замечу, мастер-класс по вязанию вот этого вот жакета. Вот видите, у меня еще даже ниточки не до конца продеты. Ну, это не страшно, это Вика все исправит. Итак, этот мастер-класс писался год, девчонки, вот правда. Я его начала в прошлом году, когда была в Украине. Потом я уехала один раз, вернулась. Потом второй раз уехала. Думала, вернусь третий раз. Вот. И доделаю. То есть я планировала его еще в прошлом году вам презентовать. Потому что и писала девчонкам, что уже вяжу. По мотивам Шанель, вот эта моделька меня вдохновила. Сейчас я вам ее покажу. Вот, ну, как-то не сложилось. У меня там мама приехала, ну, в общем, закрутилась, завертелась. Третий раз я не поехала. А то я всю зиму в прошлом году ездила туда-сюда. Вот, значит... И вот летом приехала подруга ко мне сюда, в Чехию, и привезла мне вот эту вещь недоделанную, все мои записи, блокнотик, и я доделала этот мастер-класс. Под видео в описании будет ссылка на Etsy, Boosty и еще на сайт. Выбирайте, что вам удобно, все мои мастер-классы вы можете приобрести именно там. И старые, и новые. Еще книга. Презентацию на нее я сделаю. А вот кто... ну, вы первые увидите, потому что я потом об этой книге вам расскажу подробнее. Вот. Планировалась это не книга, а методичка. Но по итогу получилась небольшая книга. 80 с копейками страниц. То есть на 80 страниц это уже не методичка, да, и вот я, ну, она вроде бы как и не книга, да, но в ней я собрала очень полезную информацию для всех, особенно для начинающих и так далее, и продолжающих, и тем более для тех, которые вяжут на заказ, вот. Вот, ну, в общем, о книге я расскажу еще попозже. Сейчас об вот этом вот мастер-классе. Это вот такая вот шубейка, теплейшая вообще, нежнейшая. Она невероятно приятная на ощупь. Вот, свою я буду, конечно же, продавать. Вот, пуговица, представлена она во всех размерах расчеты. Вот, вяжется несложно, просто за счет комбинации разной пряжи она смотрится достаточно дорого-богато, да, и тепленькая, и приятненькая. Ну, в общем, у кого зима такая, которая не требует теплой одежды, то вообще в машину вообще шикарная вещь, легенькая, мягенькая, удобненькая. Пуговицы я заказывала на AliExpress. Вот эти вот оставлю вам ссылочку. Вот, пряжа, кто в Украине, по-моему, у Лены еще это все дело есть, поэтому обращаемся к Леночке, вот, за пряжей. Ну, спрашивайте, потому что я не в курсе, что там у нее есть. Вот, так, про размеры сказала, про пряжу сказала. Здесь у меня комбинация Милана, Ярнард Милана, Ализе, Суперлана. Тиг, вот здесь вот, вот, а это Ярнард, вот эта меховая, Минк, по-моему, она называется, вот сейчас я выведу название на экран, вот, меховушечка, любую пряжу вы можете заменить, основываясь на метраже, да, здесь у меня несколько сложений, вот, а здесь в одно сложение вот эта вот меховушечка. Она красивая и там, и там. Интересная такая пряжа. Единственная, вот она такая живая во все стороны. Что бы я сделала, вот что бы я, исходя уже по своему опыту, я бы здесь добавила одну стабилизирующую тоненькую нить.
в идеале вот эта, которая дается как дополнительная к пуху норки, вот у меня ее много осталось, да, от пуха норки, там, где я ее не использовала, то вот здесь вот я бы ее использовала, чтобы более стабилизировать это полотно, потому что, вот смотрите, оно такое живое. Но если вы замените на какую-то другую меховую пряжу, можно это заменить на буклированную пряжечку. В общем, тут полет фантазии или травку какую-то длинную, а рукава сделать гладкими. Тут вы можете варьировать на ваше усмотрение. Да, и ну, что я еще хочу сказать? Да ничего не хочу сказать. Приглашаю на свой сайт. Там, я же говорю, там все мои мастер-классы, которые платные. Кто возмущен платным мастер-классом? Девчонки, вы знаете, у меня больше 800 видео на канале. Им великое множество бесплатных. Пожалуйста, пользуйтесь, кто не может купить. Но я скажу просто элементарную, простую, прописную истину. Мне нужно кушать, да, как и вам всем. И вы не ходите бесплатно на работу. Поэтому платные материалы будут и планируются еще, и классные. Я работаю над ними. Вот, и две книги у меня в разработке. Это все требует огромного времени, усилий, сбора материала, дать его в кучу. Вот. Это сложно, и это занимает силы и времени. Вот, поэтому и платные варианты появляются. Вот. Потому что надо жить. Всем надо жить, и всем надо кушать и платить счета. Поэтому вот так вот. 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 Все. На сегодня я с вами прощаюсь. Много говорить не буду. Заходите на сайт, посмотрите, что там у меня есть. Вот. И ну все, девчонки. Я с вами прощаюсь. Долго говорить не буду. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока.